Добрый день, дорогие друзья. Мне позвонили с фирмы Телеком, где у нас подключение телефона и интернета. Акцию они проводят. И мне вышлют ресивер и подключение к интернету уже телевизора. Ну что ж, посмотрим, что нам выслали. Итак, мы получили ресивер и подключение к интернету через линию электросети. Поскольку мы давно являемся кундонами телекома, для нас вот такой вот подарочек. Медиа-ресивер 401 и подключение телевизора к интернету через электросеть. Вот так выглядит ресивер. Правила пользования. Сюда входит пульт, кабель, батарейки. А для подключения с интернетом вот такие вот две штек-дозы. Одна включается в бюро около рутера. Одна будет здесь включена вон цима около телевизора. Я использую фонарик, чтобы вам показать. Здесь у нас стоит рутер. Это уже третий рутер. Я его арендую от фирмы Телеком. Если сломался, то мне его заменят на новую модель. И здесь я вам показываю, что подключен рутер к розетке. Ящик-распределитель. Если плюс проведен на каждую комнату отдельно и защищен предохранителем, то 0 у всех 1, на общую панель выведен. Неудобно здесь снимать за шкафом в жилой комнате, но здесь подключена еще одна розетка к телевизору. Временный творческий беспорядок из кабелей. Включили ресивер, включаем телевизор. Ich glaube seinen Angaben nicht. Was ist mit dem Strandhaus? У нас на крыше стоит сателлитная антенна, и она подключена к телевизору. В телевизоре есть свой ресивер, в нем 1157 каналов. Единственный недостаток сателлитной антенны в том, что во время непогоды на экране появляется как снежок, то есть прием не очень хороший. И если вы сделали паузу, то программа идет дальше. Конечно, очень большой выбор самых различных программ, от детских до взрослых эротических, и на различных языках, на немецком, французском, английском, арабском, турецком, не знаю каких там, и на русском еще то же самое есть программа. Как обещает интернет-телевидение, что качество не зависит от погоды, всегда будет показывать качественный канал. Кроме того, интернет-телевидение имеет здесь 999 каналов. Надо мне будет посмотреть их. Может быть, и на других языках есть. Преимущество – это качество. Преимущество, что вы можете остановить программу, сделать паузу и потом продолжить ее смотреть. Вы можете также записать кино или поставить на время, когда будет трансляция этого кинофильма, записать его и потом то же самое посмотреть. Имеется, значит, кроме телевизионных каналов, здесь фильмы, серии, есть детские программы, есть отдельно спортивные программы. И здесь также есть apps, то есть как в интернете мы пользуемся разными страницами, можно зайти на эту страницу и посмотреть видео, какое вам нравится. Будем изучать, как это работает. Серии и фильмы, тут надо быть внимательным, потому что есть фильмы платные. Посмотрите, вы посмотрите, но потом можете получить счет. Поэтому внимательно с сериями и фильмами.
А так смотрим на разные каналы, возможности очень большие. Я переключаюсь с канала на канал, и камера не успевает фокусироваться, поэтому получаются такие как размытые элементы между переключениями. Сейчас мы пойдем на Apps и выберем наш любимый канал YouTube. Возвращаемся снова к телевизору. Выходим из Apps и идем на ТВ-программу. Вот такой вот короткий обзор о возможностях интернет-телевидения. Пользуйтесь, рекомендую. Выключаем телевизор и ресивер. Спасибо за внимание. Пока. Das ganze große Ausmaß dieser Katastrophe.